Итак, друзья, будущая звезда Первого канала. Ой, ты мой зайчик. Будущая звезда Первого канала. Челябинского областного, что ты На Челябинском областном, кстати, очень хорошо было, очень хорошо. Я тебе верю. Поэтому ты уехал. Давай рассказывай. Нет, я уехал, потому что шамбадал беременным. Вот. Будем считать, что ты рассказал. А женщина на приеме у доктора. Доктор говорит, вы знаете, ну такая ситуация. Говорит, я каждое утро просыпаюсь, подхожу к зеркалу, смотрю, и мне очень хочется плакать. Что со мной происходит? Говорит, я не знаю, говорит, что с вами происходит, но могу вас уверить, зрение у вас стопроцентное. Вот так, да. Анекдоты не смешные. Анекдот читаю. По памяти не помню. Люди неприятные. Заслуженно. И хватит. Приду еще. Короче, сегодня я как в театр сходил. И это было потрясающе. Это было очень интересно, очень артистично. Я здесь получил огромное удовольствие. Жалко, что без бухла. Ну и ладно, и так хорошо.